ярко, красиво, вкусно. Удивите себя и гостей новым вкусным салатом. Привет, друзья! Вы на канале «Волшебная еда», и сегодня для вас готовлю новый салат с печенью трески. Один свежий огурец нарезаю не крупными кубиками. Отправляю его в глубокую чашу. Отрезаю небольшой кусочек сыра от общих 150 грамм и откладываю в сторону. Он понадобится позже. Остальной сыр нарезаю кубиками. Для салата потребуется перья зеленого лука. Нарезаю перья 4-5 стеблей мелко. Отправляю в чашу. 4 вареных яйца нарезаю не крупно и добавляю их к остальным ингредиентам. грамм печени трески измельчаю ложкой, не сильно мелко. Отправляю печень в миску. К 2 столовым ложкам домашнего майонеза добавляю 2 столовые ложки масла из консервы печени трески. Как приготовить домашний майонез без яиц, ссылка будет под видео. Перемешиваю. Заправляю салат полученным соусом и аккуратно перемешиваю. Тру на мелкую терку оставшийся кусочек сыра. Выкладываю салат в салатник. Посыпаю сыром. Добавляю зерна граната. Если понравился рецепт, жми лайк и подписывайся на канал «Волшебная еда». Список ингредиентов и их количество в описании к видео.